Решение поменять формат конкурса «Baby Модель» связано с тем, что за последний год организаторы собрали вокруг себя большое количество потенциальных участников. Кроме того, у ребят есть возможность проявить себя в четырех направлениях – хореография, дефиле, актерское мастерство и художественное слово. На показе зрители увидят ассортимент школьной формы, коллекцию «Карусель» и коллекцию «Вперед весне навстречу». Помимо дефиле, зрители увидят выступления хореографической студии, которые работают также в разных направлениях. Такой микс у нас впервые. Поскольку началось все с моды, показам коллекции одежды уделяется особое внимание. Подготовка к дефиле – это не только репетиции, подиумные хореографии, но и бэкстейджи с примерками, которые начинающим моделям в новинку. Сложно иногда бывают тренировки. Но я так-то все справляюсь, у меня получается, я не боюсь. Я хочу, чтобы у всех все получилось и получилось всегда. Участницы фестиваля уже ведут себя профессионально. Не выбирая одежду, примеряют все, что подберут стилисты. Три абсолютно разные направления в одежде. Но все это будут дети. Дети будут разных возрастов, разных категорий, но суть одна. Все дети будут нарядные, должны быть красивые, веселые и соответствовать теми, в которой они будут участвовать. В эти дни подготовка фестиваля проходит на нескольких площадках. О том, как репетируют танцоры и чтецы, покажем в следующем выпуске.